Глава Чувашии уволен из-за утраты доверия. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. На сайте пресс-службы Кремля сообщается, что президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за утраты доверия. Временно исполняющим обязанности стал Олег Николаев. Глава государства провел с ним рабочую встречу. Ранее Михаил Игнатьев был исключен из «Единой России». Также несколько скандальных эпизодов связаны с его призывом мочить журналистов и блогеров, которые пишут «не знаю о чем и о ком», и с вручением служебных машин сотрудникам МЧС, когда Игнатьев заставил пожарного подпрыгнуть за ключами. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!